Почти 9 миллиардов рублей выделено для выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Ежемесячное пособие установлено в этом году указом президента. Оно положено семьям с низким достатком, в которых размер среднедушевого дохода не превышает величину прожиточного минимума. Размер выплаты составляет 50% регионального прожиточного минимума на ребенка или около 5500 рублей. Необходимость дополнительного финансирования связана с ростом количества детей, чьи родители имеют право на выплату. Их в России уже около 4 миллионов человек. Для оформления выплаты нужно подать электронное заявление на портале госуслуг, либо лично посетить МФЦ или органы соцзащиты.